Всем привет! Меня зовут Юля, я дизайнер студии Белик. Сейчас мы находимся на объекте R66 ЖК Рыбальский. Мы сейчас находимся в зоне прихожей. Очень важно, чтобы в этой зоне находился шкаф, столик, где можно поставить сумочку и присесть, конечно же, разбуться. На месте этого шкафа была перегородка. Мы ее перенесли, и тут оказалось еще место для верхней одежды. Также мы тут разместили щитовую. Это у нас гостиная. За этой перегородкой находится кухня. Получается две отдельных зоны. Тут поместился большой красивый диван от фирмы Интерия, который также раскладывается. Этот пуф можно перенести, и здесь будет большое спальное место. Здесь предполагается разместить телевизор в будущем. Также есть все необходимое для этого: розетка, интернет-кабель и кабель-канал, который будет идти в тумбу. Отсюда туда. Бра над диваном очень дополняет люстра над обеденным столом. Хватит реек, мы больше не можем. Очень часто в наших проектах мы используем смесители и раковины на кухню фирмы Франки. Здесь мойка устанавливается под столешницу. Здесь у нас встроенный холодильник. Посмотрите, как удобно, когда духовая и микроволновая печь находятся на уровне груди. Здесь у нас установлена профиль-ручка Гола. Видите, мы открываем за фасад. Смеситель тоже у нас черного цвета, как и раковина. Тут мы включаем воду проточную, здесь у нас питьевая вода. Также тут мы разместили дозатор для жидкого мыла, либо для моющего средства, как кому удобно. Обратите внимание, цвет стены и цвет фасада выкрашен в один номер НСС. Это у нас гостевой санузел. Тут мы разместили небольшую раковину, унитаз, стиральную машину и здесь спрятан бойлер. Также у нас здесь декоративная подсветка полочек. Тут и там. Как видите, у нас все детали черного цвета, даже гигиенический душ. Заказчики очень часто спрашивают, какое преимущество наших вентиляторов Майка. Так вот, они не шумят. Это ванная комната. Тут также прослеживаются черные акценты. Это любимая модель ванны всех наших дизайнеров. Если выключить верхний свет и оставить только подсветку, мы ощутим очень уютную атмосферу в ванной комнате. Можно принимать ванну и наслаждаться. Обратите внимание, как стыкуется плитка и винил. С ламинатом и паркетом такого не случится. Еще одна деталь в черном цвете в нашем интерьере – бра и кантик дверного полотна. И светильники по всему интерьеру у нас черные. А это у нас большая спальня. Язычок у нас магнитный, как и стопор.
главным декоративным решением спальни молдинги выкрашены в цвет стен. Учитывая их вертикаль, мы также перевернули розетки и выключатель. Золото повторяется как в зеркале, так и в шкафу, точнее, в его ручках. За этой стеклянной раздвижной дверью находится гардеробная. Именно из-за нее мы сделали плинтус скрытого монтажа. Вот такая большая гардеробная у нас получилась. Мы подсветили каждую полочку. А удваивает площадь это замечательное зеркало.